гусики. Вон какие лапки теплые у них. Так, включим другую. Так, это собачка. Там у меня еще собачка. Вот так вот видно. Вот видите? Все конопатить надо, ё-моё. Видите, здесь сильнее выходит. Так, отключаем температуру. Сейчас вышел в поле. Там два зайца. Увидел я его в другой тепловизор. Сейчас попробую поснимать на этот. Покажу, как они выглядят. Ветрено больно. Ну вот. Где-то метров 70. Друзья, всем привет! У меня сегодня такое радостное событие. Мне пришла посылочка из Китая, с AliExpress. Вот. Сейчас я вам покажу, что за посылочка. Скроем ее и посмотрим, что внутри. Так что смотрим, не переключаемся. Я думаю, будет интересно. Так, ну что, вот такая посылочка. Вес что-то 900 грамм. Пришла вроде бы, как сказать, практически целости. Немного углы помяты. Но я думаю, ничего страшного. Какие-то он есть. Повреждения. Так, вроде бы ничего. Так, смотрим, что находится внутри. Так. С какими-то девайсами. Ага, ручка. Так, ручка. Сейчас немножко в сторонку положим. Что там еще? Шестигранички маленькие. Крепеж. Так. И еще два вида крепежей. Вот. Так, здесь больше ничего нету. Уберем в сторонку. Так. Что-то здесь находится у нас внутри. Так, здесь переходники идут для iPhone и для Type-C. Вот. Ну, потом покажу. Сейчас открою. Просто посмотрим само все содержимое. Так, еще в этой коробочке что-то у нас находится. Ага. Так, достанем. Подвивер, типа что-то как коллиматора какого-то, не знаю. Ну, уже догадались, да, примерно, что это? Я сам еще это не знаю, что к чему. Ладно, сейчас разберемся. Так, немножко камеру наклоним, не все входит в кадр. Так. Еще шестигранички, какие-то винтики и планочка какая-то идет. Так, ну я думаю, сам прибор, так, название Inf-Ray, так, что, вскрываем саму коробочку. Так, здесь у нас больше ничего нету. Так, эти поролоновые штукенцы можно сразу убрать в сторонку. Так, коробочка пустая, тоже уберем, пакетик тоже уберем. Так, пока все содержимое, сейчас я достану. Давайте вскроем нашу коробочку. Так, это все в стороночку. Так, как она открывается? Ага, она как телефон открывается. Хобана. Ага. Так. Т2+. Так. Инструкция.
конструкция. Шнур. Ну и самая заветная коробочка. То, что в ней находится. Хоп. Открываем. И видим, что здесь у нас находится сам прибор. Это теплоизоляционный прибор, который цепляется к телефону. Вот. Линза без повреждений, все четко. Вот. Так, ну что у нас? Так, сам прибор. Достаем ручку. Так, достаем еще тут что-то. Так, не знаю, это, наверное, пока тут не нужно будет. Еще два вида крепежей. Так, какой-то винтик. Вот. И переходнички сейчас тоже достану. Покажу, какие они есть. Вот. Это под iPhone, я так понимаю, переходник. Поближе показать. Вот. И под Type-C. Когда заказывал, указывал, какой у меня телефон, чтобы можно было к моему телефону цеплять. Так, все пакетики пока уберем. Вот. Прибор Array T2 Pro. Вот. Если видно поближе. T2 Plus. Ну, как бы неплохо так упаковано. Смотрите. Тут для, скорее всего, для переходничков можно. Нет, будет, не будет мешаться. Или под провод. Нет, тоже будет мешаться. Не знаю, для чего вот это сделано. Так упаковывается. Ничего, так прикольно. Тут что-то не на русском языке. Можно перевести умной камерой. Она все расскажет, что тут написано. Мы по-китайски не понимаем. Ну что, сейчас будем разбираться, как, что за прибор, как им пользоваться. Я думаю, это интересно. Так, сейчас я хочу еще показать максимально, насколько раздвигается зажим для телефона. Потому что у телефона у всех разные. Вот. Сейчас покажем. Угу. Специально принес штангель-циркуль. Ну, я думаю, что это было тоже интересно. Так, максимально раздвинули часть, которая зажимает телефон. Так, 87,5. В принципе, нормально. Вот. Эта часть. Тут смысла нет максимальное раздвижение показывать. Сейчас покажу, как быстро все подцепляется и как устанавливается тепловизионная камера с ручкой и как без ручки. Так, вот сама такая камера. Блин, свет, не знаю, я думаю, что видно. Маленькая камера. Кому тоже размеры интересно, ее сейчас покажу. 26 на 26. Такое состояние. 32. Линза германиева, по-моему, она идет у них. Вот. Устанавливаем сюда. Так, все. Вот так ее установили. Сейчас, секундочку. Так, подцепляем телефон. Так, неправильно. Давайте так. Сейчас разблокирую. Все. Сейчас провод втыкаем в телефон. Не знаю, блин, свет так падает. Подключаем.
Вот у меня, по идее, оно должно сразу включиться. Вот. Видите? Все. И считайте, уже запустилось. Ну, на близком расстоянии не видно, ничего будет. Дальше видео я покажу. Поснимаем чего-нибудь. Вот. Все. Заходим. Любые полифонии эти, цвета. Прицельная сетка. Обозначение поиск теплого этого. Ну, это тоже все покажу. Вот. И сейчас подключим без ручки. Отцепляем наш провод. Достаем камеру. Это все делается довольно быстро. Ручка, кстати, удобная, но я бы посоветовал производителю ее бы сделать, ну, прорезиненной ручкой. А так, вот, блин, ну, прям вот по моей руке как есть, так и есть. Удобно. Пробовал я с ним уже ходить по лесу, например, ну, там в полях. Блин, вообще для наблюдения идеальный вариант. Все, вставляем сейчас тепловизионную камеру, подцепляем к телефону. Происходят щелчки, и все, камера моментально, просто моментально включается. Видите, вообще секунды, считанные секунды. Вот. Отключаем, показывает отключен. Все. Линза закрывается резиновой крышечкой вот такой и укладывается вот в такой чехольчик. Все. Сюда идут еще переходники Type-C. Вот, к примеру, к данному телефону, это Xiaomi Mi 5S, по-моему. Здесь камеру можно подключать сразу вот так, к примеру, да? А у меня другой телефон, Xiaomi Mi 9T Pro. Там так не получится. Там наоборот почему-то работает данная функция подключения. То есть так включаешь — не работает, так включаешь — работает. Для этого идет вот специальный такой обратный переключатель, получается. Его вставляем, к примеру, так. Сейчас. Вот так. Это потом я в следующих видео, если надо, будет поподробнее покажу. И вставляется вот так. Вот сейчас данным способом работать не должен прибор этот. Ну, просто не работает. На другой камере он работает. Для этого вот такие переходнички. Вот так он будет работать. Тоже удобно. Идет еще такой же переходничок для айфона. К примеру, я не знаю, может, еще для каких-то телефонов. Ну, вот такая. Я их также ложу сюда, если мало ли пригодится где-то, или попробую, ну, на другом телефоне подключать. И все, удобно, коробочка складывается. Представляете, какая она маленькая. Вот так даже размеры, чтобы на этот, к примеру, 60 миллиметров на 96. Меньше пачки сигарет. В любой карман, просто хоть куда вы ее можете положить, в кармашек. Здесь есть такая вот петелька, удобная. Ее можете на веревочку и хоть с собой. Кто-то вот очки, к примеру, носит. Вы вместо очков, к примеру, можете с собой носить. И в любой удобный момент включить тепловизионную камеру, что-то посмотреть. К примеру, больше, вот я говорю, хорошо просматривать утечку тепла, к примеру, в домах, там еще где-то. Вообще удобно, блин, не только даже для охоты, а вообще в любых случаях это очень нужная вещь. Я вообще просто не ожидал от этой камеры таких возможностей. Вот, камеру можно устанавливать в такой вот боксик. Вот. Кстати, купил батарейки, я не знаю, видно, не видно. Это лазерная указка. Это я тоже уже про нее потом как-нибудь снимем отдельное видео. А так, она идет в комплекте, она регулируется, то есть можно пристрелять ее
или к мелкашке какой-то, или к летой какой-то пневматической винтовки. То есть камера туда вставляется, зажимается, ставится на планку Пикатинни, и все, можно тоже пользоваться. Тут к ней все идет. Крышечка, которая закрывает вот этот. Ну, это, я думаю, все потом покажем. Блин, вообще офигенная камера. Сейчас я вам покажу, поснимаю видео в домашнем хозяйстве. У меня вот есть гуси, утки. Так, ну и тоже вечером посмотрим, как, где у меня в доме уходит тепло. Оно уходит. Так что, как-то так, вообще обалденная вещь, я говорю, такая мобильная, очень мобильный теплоизоляционный прицел. Он как бы теплоизоляционная камера. Классная вещь. Блин, вообще, я просто балдею. Я еще даже друзьям не всем похвастался, что у меня такая вещь есть. А пускай завидуют молча. Вообще, обалденно. Вот она так шла. Да. Молодцы китайцы, все, вот, все они умеют, все они, как говорится, продумали. Так, кому там? Инструкция. QR-коды эти, чтобы скачать приложение. Ну, кстати, приложение. Сейчас, секунду. Она идет вот такой инфрарей, глазик такой. На другом приложении не работает. Сейчас, секундочку, покажу на другом телефоне. У себя у меня сейчас снимает камера. Так, закрываем. У меня есть еще один тепловизионный прицел iRay тоже. Ну, у меня такое приложение InfoRay. Тоже тут удобно все. К примеру, фото, какие-то фотографии я с тепловизионного прицела делал. Ну, для этого идет вот такой. Такой он издает звук. А, ну давайте я сейчас, раз включил этот телефон, сейчас подключим, покажу, почему-то здесь так. Так, убираем крышечку. Вот если я сейчас подключу ее, видите, ничего не происходит. Видите, показывает, подключите. То есть она так не работает. Работает почему-то так. Вот, начало щелкать. Видите? Так. Все, все, она включилась. Она в обратном режиме работает. Так. Для этого идет вот такой переходник. Я сначала не мог разобраться, что к чему. Потом понял. Подцепляем данный переходник. Переворачиваем камеру и ставим ее вот так. Вот, вот таким, таким положением. И сейчас она включится. Мало ли вы потом закажете камеру, у вас там что-то не будет работать. Имейте в виду, что может вот быть такая проблема. Ну, это как бы не проблема. На вот таком телефоне работает в штатном режиме. На таком, это у меня Xiaomi Mi 9T Pro, на нем работает вот только через такой переходник. Это как бы для информации, мало ли чего. Постоянно идет какое-то обновление, щелчки, то есть камера, как сказать, застывает, экран блокируется, потом снова. Ну, а так вообще вещи обалденно. Все, отключается. Показывает, что отключен. Все, закрываем. Так, как-то так. Так, сейчас включим, чтобы нам видно было, что мы снимаем. Вот. Все, обратно убираем в наш кейсик. Вообще, вот, блин, она такая маленькая вообще. Ну, представляете? Маленькая теплоизоляционная камера. У меня родственник служит в спецподразделениях. У них даже какие-то импортные, блин, тепловизоры, и то не так работают. Я ему уже показывал.
Он говорит, блин, Димас, вот это вообще обалденная вещь. О, вот человек, который, ну, как сказать, служит в этих структурах, он сделал вывод и сказал, что это обалденная вещь. Так что, друзья, это реально обалденная вещь. Так, не помню, как что лежало. Ну вот, сейчас так пока. Пока так положим. Ручка. Не всегда она, конечно, удобна. То есть она массивна. Сюда тоже цепляется шнурок. К примеру, вы где-то понаблюдали и отпустили. И чтобы не потерять и постоянно никуда-то не ложить. Ну, и привязывается веревочка. И все. Так что прибор просто обалденный. Ладно. Так, поснимаю для вас сейчас животных на камеру. Вот у меня гусики тут ходят. Вот 4 гуся. Там где-то утки. Ну, поснимаем гусей. Посмотрим, как их будет видно. Так. Вот так выглядит в собранном виде. Тепловизионный маникуляр. Сейчас я включу его и посмотрим, как он будет показывать наших животных. Сейчас включусь. Так, ну вот, так выглядят гуси. Видите, как четко все видно. Ну, расстояние 7 метров. Вот еще 2 гусика. Сейчас поиграю с палитрой, сейчас переключу. Так. Вот видите, где гусь лежал, там даже видно такое пятно теплое. Вот так это все видно. Вот. Сейчас по другую включу. Так, пока включал, ну вот видно места, где вот гуси лежали. А вот они выходят. Вот так они выглядят на другой палитре. Вообще четко видно. Вообще красота. Ко мне подходят. Ладно, сейчас включу другую палитру. Отойду от них подальше. А то больно близко подходят. Так, вот такая палитра. Вообще четко. Ну, мне другая больше нравится, чем такая. Сейчас еще одну включу. Вот и такая. Но по мне вот больше, ну, интереснее даже за зверем наблюдать. Сейчас включу которую. Вот такая больше нравится. Пойдемте покажу собак, как собаки выглядят. Ну вот в этой же. Вот кругом все белое, то есть холодное, вот теплое. Вот собака. Там у меня конура у собаки. Собака не выходит. Вот это у меня щенок сидит. Соболь! Соболь! Вот так. Так собака выглядит на такой . Сейчас включим другую. Вот так выглядит. Теплые объекты. Там вот у меня собака еще лежит. И включим вот эту. Вот так. Мне больше вот это нравится. Где-то. Где она? Вон она. Так.
Вот так выглядит собака. Ну, до нее метров, наверное, 10, чуть побольше. Видно отлично. Так. Что еще вам показать? На домах. Вот, видите, труба белая, печка топится. Тепло показывает. И возле трубы белая. Сейчас у соседей посмотрим. Так, у одних соседей топится, у других нет. Так, дом посмотрим, где тепло уходит. Вот, провод у меня там выходит. Это собачка. Там у меня еще собачка. Так вот видно. Куриц не видно. Так. Посмотрим еще сейчас. Вот у меня еще собака сидит. Рада. Так, ну что? Сейчас выйду на улицу, посмотрим, где машины ездят, люди ходят. Вот машина только что приехал. Машина теплая еще. Мотоцикл там видно стоит. Он уже остыл. Вот видите. Все конопатить надо, ё-моё. Да. Сейчас можно... Так, температура в настройках. Как? Температура. Вот. Здесь сильнее выходит. Так, отключаем температуру. Сейчас выйду на улицу. Вот едет автобус. Там люди ходят. До них метров 250. Машина едет. Сквозь кусты он, людей видно, все теплые точки, фонари, все видно. Вот люди идут. Так, поиграемся. Так, так вот четче видно. Но вот это мне больше нравится. Видите, едет КамАЗ с лесом. Что еще посмотреть? Машины едут. Вот, люди едут. Там вот черная дальняя точка тоже, там люди ходят. Так как-то. Так, друзья, сейчас вышел в поле. Там два зайца. Увидел я его в другой тепловизор. Сейчас попробую поснимать на этот. Покажу, как они выглядят. Вот видите, две точки.
это два зайца. Сейчас попробую приблизить и немножко сфокусировать. Так. Блин, ветрено больно. Ну вот. Так, сетку можно, наверное, убрать. Видите, два зайца. Давайте попробуем подойти, насколько они подпустят. Вот так. Блин, опять вам не видно будет. Все. Давайте попробуем подойти. Вот так, четче их видно, смотрите. Интересно, насколько подпустят. Думаю, что они совсем рядом. Фонариком. Где-то метров 70. Блин, наверное, ветер. Метров 60. Видно, да? Вот такая цветная палитра. Хотел показать, есть вот такая штукенция, определение
теплого. Видите? Он вам указывает крестик, где находится дичь. Видите? Две теплые точки. Это зайцы. Можно убрать. Можно навести, к примеру, если у вас пристрелена мелкашка какая-нибудь. Щелк. Щелк. Вот. Можно сделать фотографию. Нажимаем фотографию. Можно записать видео. Вот. Сейчас, видите, пошли снизу циферки. 3, 4. Только я пробовал, почему-то у меня низ головой записывает. Так что можно даже смело охотиться с таким карабином. Ой, с таким, говорю, с таким тепловизионным прицелом. Надо только пристрелять какую-нибудь мелкашку и пожалуйста. Ладно, не буду их пугать. Ну, сейчас на камеру еще раз попробую свет включить. Видно их будет, не видно. Вот я их вижу. Два белых. Не знаю, видно вам, не видно. Вот один там сидит. Вот второй. Вот сейчас они. Не боятся нисколько. Два зайчика. Ладно. А сейчас покажу еще, как машина выглядит. Машине.